Наташа Королева и Сергей Глушко, известный как Тарзан, устроили громкую свадьбу для своего сына, который женился на стриптизерше в годовщину их собственной свадьбы. Торжественное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, а после праздника вся семья отправилась в незабываемый круиз по Волге. В этом году я осуществила свою мечту и в отпуск поехала в речное приключение путешествие со всей семьей. Знакомьтесь, кстати, это Саша Глушко, брат Сереги, Архип Мелисса, это наши друзья из Питера. И вот мы на нашем прекрасном теплоходе «Волга Дримс». Ну что ж, наша уютная каютка «Волга Дримс». У нас учебная тревога. Одели жилеты. Идем. Как же это красиво! Сколько потрясающих мест! Незабываемых, удивительных, волшебных! Ух, я в предвкушении, потому что нас ждет увлекательнейшая программа! Сестричка Архипа Маша Глушко и ее мамочка Юля. А я плыву по Волге, матушке реке. Посмотрите, какая у меня красотища. Всем привет! Одно удовольствие позаниматься спортом на палубе корабля. Особенно, когда ты под присмотром персонального тренера. Что главное в любом путешествии – это вкусно поесть. А еда у нас была, ну просто пальчики оближешь. Спасибо нашим поварам, что очень вкусно варят нам. Ура! Ура! На каждой остановке наш теплоход встречали с музыкой. Я открыла для себя много исторических мест. Обратите внимание, ореол над головой князя. Нашим молодоженам тоже очень понравилось путешествие. Экскурсии, достопримечательности, музеи и концерты. Удивительная атмосфера, невероятная. Просто рекомендую всем. Рассветы, невероятные закаты, волны, живописные пейзажи. Если Волга-Дрим такие невероятные летние круизы, то вы можете себе представить, что будет золотой осенью. А будет там много интересного. Во-первых, это отличный отдых. Во-вторых, вы расширяете невероятно свой кругозор. Ну, девочки, три девицы, три Глушко. Видите? Три поколения Глушко. Нету еще бабушки, конечно, с нами, но она морально с нами. Из Минска передает приветы. Так, ну вот, она свежеиспеченная Машуля. Юльчик, вы богини. Вы богини. У-у-у. Красиво. В-третьих, вы получаете массу положительных эмоций. Ну и, конечно, главное, вы приобретаете новых интересных друзей. Потому что... Потому что музыка нас связала на палубе теплохода
Волга Дримс. Ух!